Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 15 регионов страны. Турнир наш является рейтинговым, он входит в реестр мероприятий всероссийских и является квалификационным для присвоения спортивных разрядов. Состязания проходили среди юношей в двух возрастных группах – 11-12 и 13-15 лет. От Ленинского округа в первенстве принимали участие 86 ребят. Они смогли достойно представить наш муниципалитет на домашних соревнованиях и составили конкуренцию другим спортсменам. Я уже второй раз выезжаю в дворец спорта, я уже тут был, но, к сожалению, не занял никакого места. Очень надеюсь, что в этот раз я займу какой-то очень довольно хороший результат, возьму первое-второе место, уже для меня будет большая радость. Видновчанин Рашид Хасанов отмечает важность усиленных тренировок и комплексного подхода в подготовке к соревнованиям. Сначала разминка, беговая разминка, потом гимнастика, кувырки, колесо и так далее. Дальше небольшие подвижные игры, баскетбол или зомбики. А дальше уже начинается борьба. Юного дзюдоиста во дворец спорта пришла поддержать мама. Главное участие, как говорится, и главный опыт, потому что мы довольно-таки недавно, ну, как еще начинающие, можно сказать, спортсмены. Вот, и, ну, в основном, чтобы набрал опыта в плане борьбы вот, со своими сверстниками. Дзюдо – один из олимпийских видов спорта. Единоборство, в котором задействована не только сила и мастерство спортсмена, но и его интеллект. Делегации из других регионов отметили высокий уровень организации турнира. Я сюда приезжаю уже третий раз. По организации всегда нет никаких проблем. Вот, очень большой просторный зал. В условиях сегодняшнего времени это самое важное, то есть, чтобы, в общем, соблюдать дистанцию и было комфортно. По итогам соревнований победители получили кубки и памятные медали. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.